Всем огромный привет, друзья, и добро пожаловать. Большое спасибо, что зашли. Я вас всех очень-очень рада видеть. И после нашего несколько затянувшегося перерыва в трансляциях, для начала, для разгона, я решила снять коротенькое видео о моих обувных приобретениях. Теперь все, что касается покупок, конечно, не только обуви, но и одежды тоже, для меня к одному сводится всего лишь. Смогу я это на работу надевать или не смогу? И вот если бы год назад мне кто-то сказал, что сейчас я буду рассуждать именно так, я бы ни за что в жизни не поверила, но мы имеем то, что имеем. И сегодня с удовольствием я хочу показать вам две, что немаловажно, бюджетные пары обуви, которые я выбрала для этого лета, для того, чтобы носить их в офисе. Сразу же после съемки туфельки переезжают в мой кабинет. Одну пару я выбрала для того, чтобы надевать с темными нарядами, другую для того, чтобы носить со светлыми. Если вам интересно, то оставайтесь. Итак, первый экспонат повстречался мне в магазине Aldo. Честно говоря, мне очень нравится обувь от этой марки, особенно мне нравится, сколько она здесь стоит в период распродаж. И как раз во время зимних скидок конкретно эта пара обошлась мне в 1500 рублей. Ну, для меня всего лишь 1500. Мне нужны были обыкновенные, в некотором смысле даже банальные, знаете, черные на все случаи жизни подходящие туфли-лодочки. И вот в этой модели, на мой взгляд, классика сочетается с оригинальностью исполнения, но эта оригинальность, как часто бывает, саму классику не перебивает. На высоком, ну для меня высоком, 10-сантиметровом каблуке-шпильке, но при этом модель дико устойчивая и суперкомфортная, исполнена из лаковой кожи в сочетании с матовой. И такой очень оригинальный, на мой взгляд, задник. Ну, вы сами все видите. Вот такие туфли, влюбилась в них. Замечательно подходят, хоть под брючный костюм, хоть с юбкой можно носить. И еще одна пара уже под светлые летние наряды. Честно говоря, на тот момент вообще ничего подобного покупать не планировала. И нежданно-негаданно повстречалась с ними в магазине «Сити обувь». Так часто случается, незапланированные покупки приносят еще больше радости, чем те, которые мы собирались сделать. Кстати, эта пара... Удивительно, но еще бюджетнее предыдущие. Судя по чеку, они стоили 1200 рублей, и они от компании или из линейки BCBG Generation. Насколько я понимаю, это самая бюджетная из вот этих всех BCBG и BCBG Max Azria. Честно говоря, я не очень разбираюсь во всей этой теме, но, возможно, они даже несколько экстравагантны. Тем не менее, я почему-то все-таки решила их себе позволить. Короче, здесь опять фантастически высокий, для меня уже аж 13 сантиметров каблук, но, правда, есть небольшая скрытая платформа. Снова, как и первые, они сочетают в себе две текстуры, в данном случае кожу и замшу. А в основной бежевый цвет очень изящно вкроены яркие розовые элементы, отчего эти туфли, на мой взгляд, еще и краше. Короче, не под строгий костюм, конечно, но под повседневное летнее платье вполне. Друзья, я надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее обувное видео. Не переключайтесь, скоро будет про косметику. До новых встреч. Пока-пока.